я похоронил ведьму. Поехал с ним в пустыню глянуть. Ладно, вот правило. Сдайте телефоны. Смотреть можно. Фото нельзя. Не трогать. Хотите оберег из ногтя от злых духов? Не надо. У нее есть метла? Не будем портить, ладно? Отойдите на пару шагов. Подождите, пока достану. Страшно? Просто подойти к телу не проблема, да? А все нормально. В этом доме. Тут есть крыша, ничего не случится. Ничего не произойдет. Люблю тебя. До скорого.